Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет небольшое видео для вас. Я хочу с вами поделиться своими покупочками, которые совершила. Это в большей степени органические покупки. Это первое мое знакомство, так что если вам интересно узнать, что это были за покупки, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Начну с того, что я уже показывала в своем инстаграм, то, что я купила. И я очень, кстати, сильно осталась довольна тем, что я купила. Это масло от для меня неизвестной марки. Это Эколаб Натурал Органик. В общем, это натуральная какая-то органическая косметика, которую, точнее, производитель, который занимается натуральным производством натуральной косметики без силиконов и парабенов. И вот здесь у меня получается это масло, оно вот так вот выглядит, для восстановления ослабленных и секущихся волос. Оно, в общем, содержит у нас активные ингредиенты в нем. Это органовое масло, органическое масло оливы, миндаля, зародыши пшеницы, витамина Е, коллаген, комплекс молочных протеинов. Сам производитель напишет то, что его нужно наносить по всей длине и оставлять на час-два перед тем, как помыть волосы. Я им как бы уже активно пользуюсь, могу сказать, что у него очень сильный розмариновый аромат. Вот очень сильно пахнет розмарином, то есть когда я его наношу на волосы, действительно прям вот, прям очень сильно пахнет розмарином, и, наверное, он как-то влияет на то, что какая-то ароматерапия от производителя, не знаю почему. Что могу сказать об этом масле, девочки? Оно мне понравилось, я сейчас нахожусь в поиске того, чтобы его продублировать, потому что после покупки именно вот этой упаковки, этого масла, в моей голове отпало желание покупать маленькие вот эти вот масла и как алхимик собирать их в одну составляющую. И еще к тому же я прочитала или посмотрела где-то отзыв о том, что трихологи, они как бы говорят о том, что не всегда мы можем в правильной композиции собрать эти масла, и как бы не всегда очень хорошо это может повлиять на волосы. А мономасло, как такое рода, как репейное масло, я уже от него просто устала, если честно, и как-то, ну, захотелось мне попробовать это. Повторюсь, это масло стоило что-то, по-моему, 480 рублей, около 500 рублей. Я его покупала, вообще на него наткнулась очень случайно. Мы с супругом ездили по магазинам, и я зашла в такой, знаете, небольшой отделчик, там написано было органическое косметика, и вот такой вот дружок стоял, масло, там еще стояли шампуни, по-моему, маски для волос, и вот такое вот масло одно стояло, и я такая думаю, ну, как бы написано очень здорово, надо попробовать, и поэтому я его взяла, и как бы сейчас я осталась от него в дичайшем восторге, реально вам говорю, поэтому сейчас я в поиске найти себе еще такой же купить, потому что туда я когда приезжала еще раз, она сказала, что пока на масла заказывать их не будут, потому что у них большой ассортимент именно продукции, которая у них идет Эколаб, либо она сказала, что там что-то их нету, поэтому я сейчас в поиске, где купить их онлайн. Так что вот, девочки, если в вашем городе и есть эта косметика, тогда, конечно же, бегите, покупайте, берите, реально классная вещь, которая работает. В Рив Гоше, причем, знаете, я хотела себе купить какую-то увлажняющую маску, такой, знаете, что-то, и зашла в Рив Гоше, у них там, по-моему, были какие-то скидки, акции, и что-то я там походила, и совсем ничего мне не приглянулось, да, как бы, и случайно увидела в небольшом уголке, там, знаете, вообще практически незаметно стояла косметика Планета Органика, и там меня привлекла маска, она называется маска для лица, вообще натуральная омолаживающая на основе 5 органических, на органическом масле 5 норвежских ягод. То есть здесь присутствует морожка, брусника, малина, костянка и кислая смородина. Девочки, честно, я вот им пользуюсь сейчас вовсю. Хочу вам сказать только одно. После того, как я нанесла эту маску на лицо, первое, что мне захотелось, почему-то я вспомнила о аромате от Герлен, который называется, знаете, такой кутюр, да, по-моему, в таком платье, где она вот на одно плечо такое, знаете, длинное платье, называется Le Petit Trope Noir кутюр, да, по-моему, такое что-то. И я захотела этот аромат, потому что вот почему-то у меня
ассоциация именно сложилась такая. Поближе эту масочку, конечно, вам покажу. Что могу сказать о ней? Прикольная маска, хорошо увлажняет. Такая, знаете, неплохая маска за свою стоимость. Стоит она где-то 160 рублей. И, в принципе, ее здесь объем 75 мл. Она продлевает молодость кожи, мгновенно устраняет морщины и сияющий цвет лица. После нее я заметила, что у меня лицо было такое розовенькое, как у поросеночка. То есть, так как я человек, который и так имеет светлый тип кожи и розовенький, для меня как бы эта масочка вечерний ритуал. То есть, утром, если я ее нанесу, то как бы лучше никуда не выходить, потому что я такая вся розовенькая, прям очень сильно. А я не люблю, когда я сильно розовенькая. Но так, в принципе, очень даже неплохая масочка, мне нравится. У нее кремовая такая текстура, распределяется, не щиплет, все здорово, все замечательно, поэтому такое, знаете, хорошее баловство для кожи, витаминки всегда нужны, и состав-то тоже очень даже неплохой. Конечно же, отзывы, они более подробные, я могу рассказать, когда, расскажу вам, когда уже я полностью воспользуюсь, или какое-то отдельное видео вам о своих масках сниму, если интересно, конечно же, пишите в комментариях, чтобы я могла как-то понять, нужна вам такая тема на моем канале, отдельный обзор на именно маски какие-то в таких вот приготовленных, да, в тюбиках, которые маски расположены, я, конечно же, сниму. И следующее, это, знаете, вот, я не знаю даже, как это назвать, но в моей жизни и такое может быть. Когда я была в городе Екатеринбурге, я там нашла у них, ну точнее как нашла, то есть я увидела то, что у них продается, я была в торговом центре, и я увидела, у них продается вот такую вот малютку, называется, в общем, это, да-да-да-да, Macadamia Oil, то есть единственное, что я могу здесь прочитать, фирма называется Husk, и что это такое? Это масло для увлажнения волос с экстрактом макадамии. Вообще, это целая история с этим маслом, оно стоит что-то в пределах 400 рублей. Взяла, я не знаю, девочки, под каким желанием, может быть, я захотела какое-то марокканское чего-то такое, потому что долгое время я смотрю на Moroccan Oil серию, да, вот это вот зелененькое, которое идет, которое все пиарят, но масло там стоит очень дорого, а здесь что-то в пределах 400 рублей, я купила вот эту вот малютку 18 мл здесь. Я когда приехала оттуда, своя поездка, когда я осенью вернулась домой, я хочу, вот сюда мы когда приехали, я хочу сказать, что я вообще про нее забыла. Вот вообще, я даже вообще забыла, что я ее покупала. И как-то в очередной раз, наводя порядок в чемодане, точнее, просто перебирала вещи, что-то, и убирала чемодан, его чистила, и я нашла в закромах вот такую вот малютку. Благо, она у меня не протекла, ничего не случилось, здесь очень хорошая крышечка, и я ей вовсю пользуюсь. Очень приятный ореховый аромат, она такая достаточно очень жирная маслянистая текстура, ее нужно совсем немножко, чтобы распределить на волосы, мне очень сильно понравилось, поэтому если, девочки, у вас появится возможность купить такую штучку, конечно же, попробуйте. Правда, очень классный состав здесь, просто какой-то сумасшедший. Тут и есть витамин Е, обладает омега-7 кислот, тут глубоко проникает в кутикулу волос, очень мелко написано, девочки, просто... Масло макадамии глубоко проникает в кутикулу волоса, делает их самые поврежденные волосы мягкими и невероятно блестящими. Подписываясь под эти слова, кончики после этого масла невероятно мягкие, очень классные, поэтому если будет возможность, конечно же, найду и куплю такой же. И вам расскажу, где купила. Так что вот так, девочки, вот такие были у меня небольшие покупки. Конечно же, если вам понравилось такого рода видео, поддержите меня пальчиком вверх. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира, увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!